Привет всем! Продолжаю свою рубрику «Караоке под гитару», используя маленькую колоночку для воспроизведения кавер-версии песенок, на которой звучат только барабаны и клавиши. Вживую звучит гитара и, соответственно, голос. Послушайте сочетание этого звука, если вы не слышали в прежних моих песнях. Следующая песенка будет Владимира Кузьмина «5 минут до дома». Проигрыш должен быть.
даже аккорд позабывал. Ну, вспомнил в процессе песни.